Добрейшего времени суток, друзья, с вами Кася, да, Юрич Топкин, и прямо сейчас вместе с вами мы снова играем на проекте Black Russia. Ребята, я уже довольно-таки давно здесь играю на сервере 24, который называется Санкт-Петербург, и приглашаю вас поиграть вместе со мной. Если вы вообще никогда не играли в мобильную GTA на своем телефоне, то можете смело перейти в описание под мой ролик и по ссылкам скачать игру себе либо на Android, либо на iPhone, в зависимости от того, какой у вас телефон. Игрушечка самостоятельно установится, просто остается придумать ник и играть вместе со мной на СПБ. Смотрите, друзья, как только появитесь в игре, сразу сходу нажмите начать и введите команду slash promo, по которой будете вводить все промокоды, которые у нас есть на данный момент на проекте. С ними в этом ролике я с вами и поделюсь. Поэтому, ребята, выбираем первый пункт и вводим сразу сходу мой промокод хэштег Топкин. Друзья, это мой ютуберский промокод, который вообще-то работает с первого уровня. После его активации нужно отыграть ровно 1 час в игре, чтобы получить гелик за 20 мультов, косючек Джеймс Бонда, маску тролля и, ребята, VIP Gold аккаунт для развития вашего персонажа на 12 часов. Довольно-таки прикольное предложение. А, тем более, ребята, поверьте мне, что с фипкой вы будете развиваться намного, как говорится, быстрее. Что ж, друзья, если вам нужны подробные ролики по работам, по фракциям, непосредственно по, может быть, СМИ и там армии, все это у меня давно уже снято непосредственно на канале, и вы можете посмотреть эти ролики, чтобы получить для себя какую-то базу для того, чтобы начать играть, ну и, понятное дело, чтобы вам легче было развиваться. Ну и, друзья, напомню, что у нас 20 числа будет день рождения проекта, уже 4 года Black Russia, и нас ждут новые ивенты и очень много всяких интересных приколюх. Поэтому начинайте играть прямо сейчас. Буду рад увидеть вас в игре. Ну а, ребята, от себя напомню, что я делаю для своих подписчиков конкурс на 2000 блэккоинов. И для участия нужно сделать простые три действия. Первое — это поставить лайк под ролик. Второе — подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать следующие ролики, потому что итоги будут в них. Ну и, ребята, понятное дело, третье условие — это написать обязательно слово «участвую без ошибок» и свой комментарий. Ребята, напишите, кто откуда вообще-то, где кто живет. Я вот живу почти на Урале. У нас вроде все было тепло, хорошо, солнышко, а сейчас резко пришел циклон, холодно, дождь, прям погода изменилась буквально за пару дней. Ну, короче, такое себе, не люблю, короче, я всю вот эту слякоть, напишите, как вы к погоде относитесь. Ну, а победителем, ребята, в прошлом ролике становится вот этот вот человек, я тебя поздравляю, обязательно свяжись со мной в социальных сетях, чтобы забрать свой приз. Что ж, ребята, как вы видели, я вот эту резочку выгнал из своего, в общем-то, дома, из автопарка непосредственно, который доступен вам в моей семье. Поэтому смело вступайте в семью Best Guys на 4 уровне на сервере СПБ, чтобы получить возможность покататься на крутых тачках. Я, кстати, вчера делал, в общем-то, так сказать, полную проверку машин, заправлял, чинил, поэтому сейчас все в ажуре. И самое главное, что если вы будете играть, не забывайте возить с собой ремку и канистру бензина на всякий случай, чтобы можно было починить и заправить свою тачку. Что ж, ребята, промокодов большое количество. И давайте я с вами поделюсь промокодом, который вышел буквально пару дней назад. Их даже было два. Итак, ребята, последний самый промокод, который выходил, называется BR GO. Он довольно-таки неплохой для новичка, потому что он дает BMW E3 E36 на 3 часа. А Bentley, ребята, Moliner Bacalar на 5 часов. И Porsche Cayenne S на 6 часов. В принципе, по автопарку очень даже вкусно. Bentley самая дорогая, но Cayenne, кстати, сам по себе тоже неплохой. У меня в семье тачки есть. Единственное, Bentley я не покупал, потому что она мне не нравится. Она прям неустойчивая на дороге. Ее очень сильно носит. И что-то я так подумал, что, скорее всего, от нее ничего не останется из живого места. Плюсом, ребята, скорее всего, идет випочка в этом промокоде, потому что у меня випка всегда постоянно платина, и я не вижу эту, в общем-то, приколюху, если ее добавляют в промокодах. Но, тем не менее, здесь есть еще также скидочка, данная в магазине 15%, я так понимаю, на эту самую випку. Поэтому, ребята, промокод действительно годный. Еще один промокод выходил тоже недавно, и называется AFSLLQLL, ребята. Нихера там пацан полетел, вы это видели. И, короче, ребята, он дает Lambo Aventador, Феррари Калифорнию и Бентли на 3 часа. Плюсом идет VIP-платина на 3 часа. Тоже довольно-таки хороший промокод. Единственное, но разработчики говорили, что он временный, поэтому, возможно, он уже через сколько-то активаций будет не работать. Имейте в виду, возможно, уже и не работает. Итак, ребята, давайте пробежимся прям скопом по самым интересным промокодам. И я дам, наверное, сначала те, которые должны работать везде, потому что, ну, я думаю, что это будет более логично. Итак, ребята, промокод хэштег UPD1710 дает вам Lambo Urus, Mercedes E63S и Tesla X на 3 часа, плюс VIP-платину на 3 часа и купон X2, ребята, на донат в будни. Довольно-таки такой хороший промокодик, и я к нему всегда рекомендую промокод хэштег BAG2BR, потому что он дает тоже карпак из тачек типа Lambo Urus, BVM484. И самое главное, ребята, здесь идет скидка 20% на покупку VIP-платины, то есть месячного пакета. То есть скидочка и купон X2 в будни — это прям то, что сочетается идеально, особенно если вы хотите задонатить. Кстати, у меня есть отдельный ролик
ролик про донат, который особо не залетел, его там посмотрело, может, буквально 1003 человек, но, тем не менее, я там рассказывал, как на донате над Black Rush можно очень хорошо заработать, какие приколюхи здесь есть у нас, связанные с ним, и очень много полезной информации. Поищите, посмотрите, он очень старый, но довольно-таки крутой. Что ж, ехали дальше, промокод хэштег Black Rush Love дает BMW 8 Roadster и купон X2 на 24 часа, а промокод хэштег HESOYAM дает Lambo Aventador, Ferrari Калифорнию и Bentley на тоже несколько часов, что, в принципе, тоже неплохо. Плюсом, кстати, идет VIP-платина на 3 часа. А самый крутой промокод с VIP-очкой на халяву — это промокод хэштег HOLYMAR23, ребята. Он дает вам VIP-платину на целый день. Также, ребята, скидку на VIP-платину 15%. И, ребята, большой карпа крутых тачек типа Уруса, Гелика, Bentley, Nissan, Camaro, ZL1. Короче, прям такой хороший промокод, всем рекомендую. Промокод хэштег Победа Black Rush 23. Работает на первом уровне, и это один из лучших промокодов для новичков, потому что сходу дает аксессуары, он дает скины, тачки и випку. То есть в совокупности прям промокод действительно козырный, всем прям новичкам рекомендую забирать его в начале. Ну а так, ребята, у нас с 20 числа 4 года проекту, то я вам дам промокоды, которые выходили на 3 года проекта. И промокоды, ребята, на самом деле самые требовательные, которые у нас сейчас есть, но они и самые вкусные. Итак, ребята, первый промокод будет называться хэштег Happy Black Rush Day, второй будет называться хэштег Black Rush Love Y. Итак, ребята, после активации данных промокодов нужно отыграть в игре 12 и 24 часа соответственно. Но плюсом вы получите кучу випок, вы получите кучу тачек и других приколюх, поэтому, ребята, обязательно вводите промокоды, чтобы прям кайфануть конкретно. Вот просто вот смотрите, вводите мой промокод, вводите эти два промокода, играете, кайфуете и сами не заметите, как можно уже будет забрать призы и, в принципе, ребята, покататься на крутых машинах и так далее, и так далее. В общем-то, ну, действительно достойно. Кстати, друзья, если вы не знаете, где работать, если вы прям вот новичок-новичок только пришли, я вот буквально недавно на той неделе снимал актуальный ролик по работам всем, которые есть, и высказал хоть и свое личное мнение, но это мнение основано уже на довольно-таки продолжительном времени и на чисто личном опыте, и многие с ним согласны. Поэтому посмотрите, чтобы не делать глупых ошибок, чтобы не тратить свое время на работы, которые не приносят прибыль, а сразу, допустим, на третьем уровне уже зарабатывать лямы. Довольно-таки, считаю, полезный ролик получился, поэтому, ребята, обязательно смотрите. Что ж, ребята, вот такой ролик получился. Обязательно участвуйте в конкурсе, чтобы получить 2000 блэккоинов. Не забывайте играть вместе со мной, качать игру и залетать в семью BS Guys на 4-м сервере, чтобы поиграть вместе. Буду рад видеть всех.